Друзья, всем привет, всем доброго времени суток. Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет обзор отеля Nirvana Mediterranean Excellence. Он находится в поселке Big Dibi, это район Кемер, в 30 километрах от аэропорта Анталия. Это первая береговая линия. Мы заходим сейчас в холл отеля. Перед входом есть такая схема этого отельчика. Как видно, холл отеля довольно-таки просторный. Проходим, и с левой стороны, видимо, много диванчиков, где можно очень уютно провести время. Далее плавно мы переходим в зону, где находится бар. Там нас ждут сладости, вот так нас встречают, классно. А после этого мы посмотрим номера в этом отеле. Так, номер 1215, стандартный номер. Заходим, смотрим, здесь у нас ванна, туалет. Есть всякие принадлежности, которые нужно. Дальше, душ. Сейф. Халатики, тапочки. Кстати, здесь еще тоже всякие разные принадлежности. И кофе, три капсулы, и кофе. Так, и вид из номера. Так, номер 1216, это Family Room. Заходим, видим здесь столик, место для чемоданчика, две кровати. Дальше, халатики, тапочки. Ванная комната. Туалет. Душевая кабинка. Дверки в туалет вот такие ванны. Заходим, здесь у нас еще один шкаф с сейфом. Разные принадлежности есть, кофемашина и большая king size кровать, и вид из номера. Дальше мы переходим к другому корпусу, и мы посмотрим другие номера этого отеля. Стандартный клубный номер, к сожалению, свет этот не включили. И продолжаем мы гулять по территории этого отеля. Хочу сказать, что площадь 152 тысячи квадратных метров занимает этот отель. В нем 561 номер. Также хочется отметить, что в этом отеле находится 6 а-ля-карт ресторанов и 15 баров. На территории отеля находится 2 теннисных корта, 11 водных горок и целых 12 бассейнов, друзья. А сейчас мы будем смотреть следующий номер. Этот номер Lagoon Family Deluxe.
Family Suite. Друзья, хочется отметить, что это отель сезонный, он работает с апреля до конца октября. Также хочется отметить, что отель предлагает концепцию здорового образа жизни, где здоровое питание основано на продуктах местного происхождения. Также в отеле находится а-ля-карт ресторан, который предлагает веганское и вегетарианское питание. Название этого ресторана – ресторан Чи. Это а-ля-карт ресторанчик. Также хочется отметить, что на всей территории отеля имеется Wi-Fi и очень неплохое покрытие. Территория отеля очень зеленая, много очень вилл на территории. Тоже будут показаны обзорчики этих вилл. Сейчас мы плавненько подходим к морю и главному бассейну. Хочется отметить, что в главном бассейне вода морская, друзья, морская вода в главном бассейне. А вот, друзья, мы подошли уже к пляжику. Протяженность пляжа 900 метров, имеются павильоны на пляже. Пляж песчаный с галечным заходом в море. Ну и дальше мы продолжаем двигаться по территории отеля. А вот и детская площадочка. А вот еще интересные такие деревянные построечки, деревянные такие виллы, в названии которых есть слово «цедер». Итак, мы сейчас посмотрим. Это «Цедер Хаус». Что у нас здесь? Сей? Шкафчик такой. Одноэтажные цедер-хаусы состоят из одной спальни, одной ванной комнаты, двух диванов и LED-телевизор. Ну и, конечно же, большой кровати, как вы видели. Они оснащены высококачественным оборудованием, имеют террасу с видом на сад, таких номеров 64, либо прямой боковой вид на бассейн-лагуну, таких номеров 40. В строительстве номеров были использованы особые породы хвойных деревьев. А это, друзья, вилла Цедер. Ее площадь 86 квадратных метров. Она состоит из двух спален, двух ванных комнат, одной гостиной и имеется 3 HLED-телевизора. А также имеется звуковая Bluetooth-система. Номера оснащены высококачественным оборудованием, имеют террасу с видом на сад, либо на бассейн-лагуну. Имеется личный P-ассистент. И хочется отметить, что в строительстве номеров были использованы особые виды хвойных деревьев.
И вот, друзья, на такой прекрасной ноте после просмотра виллы Цедр я заканчиваю видео. Друзья, не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, ставить лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на этом, друзья, у меня все. До скорых встреч. Всем пока. Еще будет очень-очень много видео с Турции. Всем пока, друзья.